Сегодня в России памятная дата – День неизвестного солдата. По всей стране вспоминают российских и советских воинов, которые пали в боях за Родину, но чьи имена до сих пор неизвестны. В Ульяновске День неизвестного солдата начался с возложения цветов к вечному огню. На площади 30-летия Победы собрались ветераны, студенты и юнармейцы. Минувшим летом поисковые отряды нашли останки бойца. Кузьмин Иван Юрьевич. В Средних Тимирчанах сегодня официально проходит захоронение бойца, который в Великую Отечественную войну. Родственники долгое время думали, что он без вести пропавший, а сегодня он нашел свое место и упокоился на земле, на родной земле. Благодаря усилиям поискового движения с 2012 по 2018 год удалось вернуть имена 6000 павших воинов. Всего же после окончания Великой Отечественной без вести пропавшими значится больше 4,5 миллионов советских солдат.